Отлично. Подтвердите еще раз, что путь свободен. Слушаюсь. В настоящий момент я вынужден ждать возвращения полковой разведки. И я не уверен в их подготовке. Что значит вынужден ждать? Дорога каждая минута. В сложившейся ситуации прошу выслать еще одну спецгруппу. Понимаю, сочувствую. Но помочь сейчас ничем не могу. Все, сам справляйся. Не жди у моря погоды. Действуй! Задание должно быть выполнено во что бы то ни стало. Есть, товарищ генерал. Разведка вернулась? Никак нет, товарищ полковник. Где мой чай? Секундочку. Интересно, охрана девалась. Товарищ старший лейтенант, можно я проверю? Нет. Юлай. Подойдешь поближе, но на мост не выходи. И чтобы тише воды, ниже травы. Понял, да? Есть. Давай. Почему Силантьева не послал? Азарт слишком много. Боюсь, дров наломает. Что у тебя? Ну что, завестись, заведемся. Но далеко не уедем. Работай. Разведчики скоро вернутся. Немного подождать осталось. И сразу же в ваше распоряжение. Угу. Разрешите? Бегите! Есть. Пан, а как же мои коровушки? Коровушки мои. Десантников. Возможно, больше. А там в лесу вся наша охрана. Немцы их сняли. А тела ветками забросали. Сволочи. Какого хрена им здесь надо?
Ерошкин. Я. Остаешься здесь. Все остальные за мной. Бегом, марш! Силантьев, Юлай, направо! Есть! Есть! Как сюда зайдешь слева? Остальные за мной! Сейчас бы пивка попить. Кстати, знаете, что чешские девушки очень даже ничего. Ладно, парни, пойду отолью. Держи его крепче. Да иди ты. Ганс, это ты? Все прошло удачно? Тревога. Что произошло? Почему упустил последнего? Юлай ни при чем, это я виноват. Да у него автомат заклинило, товарищ старший лейтенант. А голову ему не заклинило? Думать надо, боец, головой думать! Скажи спасибо Ерошкину. Все чисто. Больше никого. 18 немецких десантников. Ерошкин, свяжись со штабом. Доложи о выполнении задания. Никак невозможно, товарищ старший лейтенант. Не понял? Рация погибла. В смысле? Случайно. Я пытался починить. Случайно?
У нас не бывает случайно, солдат. Разведка, вашу мать. Первый день, что ли, на войне? Один виноват, второй виноват. Война еще не закончилась, старшина. Расслабились. Все целы? Так точно. Значит так, слушай мою команду. Ерошкин и старшина, остаетесь здесь. Ведете наблюдение за мостом. В случае появления противника сразу докладывайте в штаб. Как же докладывать-то? Ногами, солдат! Бегом! Пилотку поправь! Есть. Остальные за мной в расположение. Тут были лесозаготовки, старая дорога. Да. А никто на таком. И что, в этой местности никто не живет? Нет, только Штрауберги. Да. У них там усадьба, хозяйство, виноградники раньше были на склоне. Вино знаменитое делали. Раньше наши многие к Штраубергам на работу ездили. А сейчас? Сейчас нет. Как война началась, хозяйство у них развалилось. Старыми запасами живут. Мне нужен проводник. Поможете, мистер? Поможете? Старый я по горам лазит. Из наших давно никто в лес не ходит. Алле, прошу. Почему? А что там делать? Гиблое место. И раньше-то люди пропадали, а сейчас и подавно. Дякуем. Спасибо. Дякуем, дякуем. От елки-моталки холмы Буераки. Да, совсем не Башкирия. Красиво. Максю, ты за мной. Чего-чего? В рукопашную пойдем.
Ерошкину скажи спасибо, что без связи оставил. Все за мной. В расположении. Бегом. Марш. У нас был приказ. Товарищ полковник, нет у меня людей. Завтра начнем наступление, возьмем в кольцо этот горный массив. Это спецоперация, и мне нужна разведка. Разведка, а не боевые действия. Товарищ полковник, нет у меня людей. Да хоть расстреляйте. И расстреляю. Собственноручно. Товарищ майор. Разведка. Виноват, товарищ полковник. Разрешите обратиться к майору Игнатову. Обращайтесь. Товарищ майор, по старой дороге в наш тыл движется автоколонна немцев. 7 грузовиков с боевым охранением. Общая численность около 150 человек. Моей разведгруппой уничтожено 18 диверсантов. Так, разрешите, товарищ полковник? Да. Тимакова, ко мне. Срочно соедини с командиром дивизии. Товарищ полковник, разведгруппа в составе... Все целы? Так точно. В составе 7 человек переходит в ваше распоряжение. Разрешите идти? Идите. Есть. Фух, товарищ полковник. Так точно, движется колонна в составе 150 человек. Так точно. Меры принимаем. Есть. По колонне! Ориентир 4-й! Ниже 10! Осколочно-фугасным! Первому наводить в головную машину! Второму в середину! Третьему в замыкающую! Старший лейтенант Максимов. Возраст? 25 лет. Давно воюешь? На фронте с 42-го года. Что до войны? До войны закончил ремесленное училище при Челябинском тракторном заводе. После там же работал. Ну что, Максимов? Наши действия. Поиск начнем вот с этого квадрата. Понял. Товарищ полковник. Да. Разрешите вопрос? Да. А как это выглядит вообще? Да. Такого я еще не видел. Похоже на цинковый тазик.
Да. Только этот тазик за 3 минуты может подняться на 15 километров и развить скорость до 2000 км/ч. Я бы никогда не подумал. 2000. Вот такой тазик. Вот секси, ясно, представляю, кто куда после войны. А себя нет. Ну, расскажи, балабол, кто куда? Ну, Данилыч, наверное, завхозом к себе в школу. Товарищ командир, наверное, в армии останется. Ну, Юлай в Башкирию к себе на стройку поедет. Силантьев... Гек вот будет книги умные писать. А мы их будем своим детям показывать, гордиться. А читать не будете? А мы не умеем. Да не бойся, будем. Вот ты, Максют, поедешь домой гайки крутить в гараж. Но это еще неизвестно. Известно, известно. Куда вот мне податься? Сирота ты казанская. Слушайте, а может мне жениться на этой Женечке Плюшкиной? А? Да ведь ты ее вообще не видел. Ну и что? Мне уже фамилию нравится. Имя тоже ничего. Женечка. О, смотри, расселись лешие чумазы. Загораете? Чё зыришь? Штаны пузыришь? Давай шагай! Ать-два! Ать-два! Как по-твоему, куда двигалась колонна, о которой ты майору доложил? Я не знаю. До сих пор они двигались к нам в тыл для того, чтобы сорвать наступление. А сейчас уже не вижу в этом никакого смысла. Вот именно. Здорово, пехота! Здорово, пиздачи! Смотри, туда шли! Лежат! Обратно идем, тоже лежат! Да, все к наступлению готовятся, разведка, как всегда, отдыхает. Ноги хоть подбери! Чего? Того! Ты че, гнида зеленая, делаешь, а? Ребят, вы чего? На трибунал, ты видел? Вы че, даже совсем распаялись? Кто такой? Ты кто такой? Ты кто такой? Ну вы что, правда делали вообще? Ты что, мать, это где? Твои, что ли? Так точно. Отставить! Ты что здесь делаешь вообще? Крыса ты штабная! Ты штабная! Отставить трактор! Вы двое свободны. Еще поговорим. Старшина, ко мне. Объясните, что произошло. Да что-то они не поладили друг с другом. Силантьев начал? Что с ним знаешь? Он письмо получил. У него сестра погибла под Берлином. Свободен. Силантьев, ко мне! Солдат, если нервы не в порядке, с нами не пойдешь. Товарищ старший лейтенант, больше не повторится. Медсестрой была? Да.
Куда шли? Ich weiß es nicht. Я не знаю. Зачем? Ich weiß es nicht. Не знаю. Какой был приказ? Der Befehl, приказ был идти в определенную точку и ждать дальнейших указаний. Увести. Не знает он ничего. Ну что, лейтенант, есть у твоих бойцов еще силы? Найдем, если надо. Пошли. Ударили, рожки до ножки остались. Да, постарался Тимаков. Товарищ полковник, хвост колонны осмотрели, ничего интересного нет. Куда шли, зачем, непонятно. Да, информации никакой. Что же им здесь нужно было? Все фургоны пустые, товарищ полковник. Ничего нет. Похоже, что специально шли по рудникам. Знать бы еще, куда шли. Разрешите идти? Идите. Есть. Значит... План действий на завтра такой. Я с группой Тимакова начну поиск заброшенной дороги. Вы со своей группой начнете вот с этого участка. Вот с этого. Ага. Понятно, да? И осмотрите усадьбу. Постоянно поддерживаем связь. Есть. Ну, а сейчас в расположении. Отдыхайте. Есть. Все за мной! Отправляемся в расположение. Куда же шли? Возвращайтесь к своей работе. Господин полковник, вот то, что вы просили. Спасибо, Гюнтер. Господин полковник, вернулся начальник охраны. Один? Господин полковник, транспортная колонна уничтожена на полпути к нам. План эвакуации сорван. Я вас больше не задерживаю, господин инженер. Выходит, русские уже совсем рядом. Отвечайте. Я уверен, что они о нас пока еще ничего не знают. Плохие новости. Очень плохие. Необходимо усилить охрану объекта.
Товарищ полковник, оба склона прочесали, ничего подозрительного. Дальше вот сюда, вот сюда. А мы вас ждем внизу за поворотом. Есть. Товарищ полковник, что там у старшего лейтенанта Максимова? Да тоже пока ничего. Выполняйте. Давайте. Мы уже рядом. Передохнем. Привал 5 минут. Здесь их дождемся. Кажется, канонада. Слышите? По-моему, там. Или там. В горах не разберешь, эхо гуляет. Наши воюют, а мы белок стреляем. Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Разговорчики не по делу. Не спать? Ну что там? Товарищ старший лейтенант, кажется, пришли. Пойдем. Пошли. Максют, подсоби, а? Тяжелая бандура. Прошу прощения, господин полковник. По последним данным, на севере и юго-востоке советские войска продвинулись еще дальше. Запросите разрешение у командования на эвакуацию объекта своим ходом по воздуху. Есть. Но это невозможно. Мы уже собираемся демонтировать двигатели. Поэтому вся надежда на вас, господин инженер. На подготовку к перелету у вас остались еще ночь и день. Проводите господина Штрауберга. Есть. Не спускайте с него глаз. На полигоне сейчас потребуется больше людей. Придется рискнуть и отозвать часть внешней охраны. Приказ ясен? Есть, господин полковник. Действуйте. Arbeiten. Ja? Hau ab. Los, arbeite, weil ich bring dir noch meine Socken.
Гитлер-Югент. Последняя надежда Рейха. Порезать их всех к чертовой матери. Ты что, Силай? Это ж пацаны просто. Фашисты это, пацаны. Отставить разговоры. Значит, так, Силантьев и Данилыч, зайдете справа со двора. Волков, Юлай, пойдете слева. Остальные за мной. Похоже, вход тут один. Сапушки. Черт, высоко. Юлай, левое крыло! Данилыч, ты перегрелся, уйдут же. Пусть уходят. Дети они. Им еще жить и жить. Война уже почти закончилась. Как я неудачно с ногой подвернул. Тьфу ты. Ерошкин, что застыл-то? Собаку жалко, овчарка. Нашел кого жалеть, она же немецкая. Какая разница? Всем собраться на входе! Значит так, рассредоточиться всем по усадьбе. Силантьев, Юлай,
дальние комнаты, там в конце коридора. Есть, есть. Волков со мной на второй этаж. Есть. Ерошкин Данилыч, внутренний двор. Данилыч, что те двое? Упустили мы их. Максюта! Здесь я! Еще раз осмотри центральный вход и ворота внизу. Есть. Что вам нужно? Что? Что вам здесь нужно? Убирайтесь. Вон. Сама сдохнешь, карга старая. Здорово, старина. Привет, ребята. Давно не виделись. Волков, ну что здесь? Здесь библиотека, а там, похоже, кабинет. Волков, это звезды, что ли?
Карта звездного неба. Если быть точным, северное полушарие. Не умничай. Ну что здесь? Ух ты, мать честная. Живут же люди, а? Данилыч. А? Отставить. Данилыч, ну ты чего? Тут же всего навалом. Данилыч, а ты случайно не знаешь, как заряжать? Тебе что, заняться нечем? Ну, положил на место. Рации займите. Навесь на меня эту бандуру. Нёхнуть, не вздохнуть. Не ворчи. Ты! Что здесь? Кухня. Они нас убьют? Тихо. Чё? Давай, 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 быстрее. Давай, давай. Сюда. Здрасте. Вот, в подвале нашли, прятались. Больше никого? Да вроде нет, только старуха одна больная. Куда этих? Посадите на этот диван, что ли? Сядь сюда. Шнели, шнели. Сюда. Шнели.
еще раз осмотрите подвал, входы-выходы, все углы там. Есть, есть. Просторный погребок. Ага. Работает. Вот это да! Юлай! А? Ты посмотри, сколько здесь вина! А? Да, много. Хорошо, немчура устроилась. Ага. Да ты сюда иди. Че у тебя там? Иди сюда. Смотри. Рис, лук, морковка, масло. Все, что нужно для плова. Какой плов? Смотри, сколько картохи. Картохи напечем. Какая картоха? Картоха, картоха. Твоя картоха мне уже вот здесь. Так, хватит спорить. Пойдем посмотрим, что там дальше. От твоей картохи только живот растет. А что ты не хочешь плов поесть, а? Хозяйка дома, Биргит Штрауберг. Ее дочь, Лизелотте, Анна Занкова, горничная, чешка. Наверху мать, Биргит. Она больная, почти не выходит из комнаты. Мужчины в доме есть? Они утверждают, что нет. Старик-садовник ушел вчера днем. Ее муж, старший брат и двое племянников погибли на фронте. Вот это кто? Wer ist er? Das ist mein Bruder Günther. Er ist Ingenieur. War nie an der Front. Seit Kriegsbeginn hat er in einem Werk bei Prag gearbeitet. Man hatte vor, das Werk abzutransportieren. Danach haben wir den Bruder nicht mehr gesehen. Это ее брат Гюнтер. Он инженер. Работал на заводе в Праге. Потом завод эвакуировали. Ja, Ingenieur. Ja. Seit Weihnachten nicht mehr. После Рождества его никто не видел. Какую продукцию производил завод? Was wurde im Werk produziert? Ich weiß es nicht. Irgendwelche Teile, Motoren. Ich verstehe doch von dieser ganzen Technik nichts. Günther hat sich von Kindheit an. Она не знает, какие-то механизмы. Ее брат увлекался механикой. Расвинила стоит. Напакостила стоит. Не научили ты? Не научили? А убирать за собой не научили? Давай помогу. Собаку чуть дальше закопаем. Да ладно, сюда же бросим. Пусть две собаки вместе лежат. Не, так нельзя. Он же человек. Да, он фашист. Но мы-то люди. Ну, хочешь, иди сам для собаки копай. Diese jungen Soldaten
waren bei uns weniger als 24 Stunden. Sie waren ganz allein hier. Немцы были у них один день, потом ушли и оставили трех солдат. Тех пацанов. Скажи, что мне нужны ключи от всех помещений. Фон Ален Ройман, Браухен Вир, Шлюссель. Да-да, конечно, мы все сделаем так, как вы говорите. Что ты такое говоришь? Противно тебя слушать. Скажи, что они могут идти в свои комнаты. Gehen Sie in Ihre Zimmer. Vielen Dank. Komm jetzt. Товарищ наш лейтенант! Войска 4-го украинского освободили Ламут и наступают на Прагу. А войска 1-го украинского продвинулись аж на 40 километров. Что еще? Еще фашисты с Праги передали, что готовы сложить оружие, если их свободно отпустят на запад. Их что захотели? Свяжись с полковником. А? Свяжись с полковником. Есть. Не бойся. Может, еще чем-нибудь помочь? Не понимаешь. Ну, помочь. Де ты, мой просын Кош? Кош? Корзину. Тебя как зовут? Имя. Я Максюта. Иван Максюта. А ты? Анна. Анна. Аннушка. Да ничего. Не бойся, нормально. Держи. Я сам. Оп. Ну вот. Корзину в дом. Уйди ты. Товарищ полковник. Да. Обнаружена группа немцев. Численность человек 10. Засели на склоне. Отстреливать. Ведем бой. Попробуйте их обойти, лейтенант, и заставьте их сдаться. Есть, товарищ полковник. Да, и запомните, мне нужна информация. Прежде всего, информация, а не рапорт о количестве убитых. Есть. Выполняйте. Радист, свяжись с группой Максимова, пусть остаются в усадьбе и еще раз как следует все осмотрят. Мы будем только к вечеру. Есть.
Есть кастрюля? Ну, кастрюля. Кастрюля. Кашу сварить надо. Ну да. Ой. Годится. Нет. Я не об этом, не про это. Если тебя кто-то обидит из наших, ты мне скажи, хорошо? Ну, как? Ну, обидит. Ты плакать? Мне скажи. О, не. Но бы на если что, я и сама обидеть могу. Вы, главное, хозяев моих не обижайте. Они хорошие люди. Моих хозяев. Ну да, ну, в общем-то, поняла. Мы что, арестованы? Нет. Но я прошу тебя, я умоляю никуда не выходить. Почему? Я их не боюсь. Это наш дом. Даже если варвары хозяйничают в нем, как хотят, их вполне можно поставить на место. Мама, ну зачем вы? Лизелотте, пожалуйста, я тебя очень прошу. Я не хочу, чтобы что-то случилось. Я не смогу тебя защитить. Никто не стал нас защищать, кроме Вальтера. А этот русский убил его. А ты? Ты так унижалась перед ними. Смотреть противно. Да поймите вы, это война, и мы ее проиграли. Нет. Не смей так говорить. Что? Мама. Где ваш старший сын Ганс? Где Гюнтер? Где мой муж Штефан? Где твои внуки Кристоф и Йоган? Их нет. Лизелотта, я не пущу тебя. Думайте обо мне, что хотите, но я пойду на все, чтобы мы выжили. Особенно ты, Лизелотта. Ты меня не удержишь. Нет, нет, стой! Анна, где ты? Помоги мне! Пусти! Что с Сашей драки нет? Извините, что встреваю. Ну, вижу, дела семейные. Ты чё, мать, не слушаешь? Не видишь, ей и так нелегко с вами приходится. Все в порядке, все хорошо. Какой гуд? У меня 4 вон пиглицы, которые год без меня. Я не понимаю. Чего этот варвар хочет? Какая разница? Мама готова на все. Вот человек. Слушай, если будет своевольничать, ты сними ремешок и всыпь ей, чтоб знала. Как он смеет? Вон! Ну ладно, ваше дитя, делайте, что хотите. Хозяйка, можно вас на минутку? Надо один вопрос с ночлегом решить. Пойдем, пойдем.
Пойдем, пойдем, пойдем. Не бойся, пойдем. Ком, 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 ком. Мне надо бы людей на ночлег разместить. Понимаешь? Ich verstehe nicht. Не понимаешь. Спать! Ну как это по-вашему? Шлафен, понимаешь? Спать? Ну, говоришь, не понимаешь. Вот человек. Идем, идем, идем. Идем, идем. Ну, вообще-то мы привыкли по походному. Люди, скажем так, непривередливые. Ну, одеяло каких не жалко там, простынок. Тут уж надо дать. Это как ты хочешь. Чтоб ваши же диваны не запачкали. Не понимает. Делишка бы нам, вот. Вот, ну и... Вот такое вот не обязательно, можно и попроще. Пожалуйста, только не трогайте Лизу Лотте. Она же еще ребенок. Да я же не то совсем имел в виду. Вот человек. Ну что, товарищ полковник? Для нас ничего интересного. Дезертиры шли на запад, только зря время потеряли. Ой. Дальше что делать? Что-что, искать, продолжать поиски. Ночевать придется в усадьбе. Разберитесь с пленными. Есть. Свяжи меня с группой Максимова. Есть. А что ты радостный такой? Товарищ полковник, передовые части 1-го украинского в 70 километрах от Праги. Разгромлен штаб Шернера. Управление немецкими войсками нарушено. Что там? Формулы, расчеты, технические термины. Нужен специальный словарь. Больше половины не понимаю. А еще два курса университета. Я же на филолога учился, товарищ старший лейтенант. Мне бы латынь или древнегреческий, а техника для меня лес дремучий. А у вас что? Схемы, чертежи самолетов. Двигателей. Правда, уж больно какие-то мудреные. Ха. Может, это перпетум мобили? Вот, кстати. Идея создания вечного двигателя не так безнадежна, как принято считать. Она будоражит умы, побуждает делать открытия. Ха. Похоже, этот инженер Штрауберг был большой фантазер. Или гений. Thank you.
Крюков! Я! Как там дела у Максимова и Тимакова? Максимов в усадьбе, а Тимаков обнаружил небольшой отряд немцев. Воюет. Помощи не просили? Нет. Свободен. Данилыч, ты почему этих двух фрицев отпустил? С чего ты это взял, старлей? Ты понимаешь, старшина, что ты не выполнил мой приказ? Понимаю. Ну и ты пойми, пацаны совсем. У них еще молоко на губах не обсохло. И каково мне в них стрелять? Мы на войне, старшина. И это наш враг. А враг должен быть уничтожен. Войне конец. Мы люди. И вокруг нас тоже люди. Ты видел глаза этого паренька, которого ты подстрелил? Он выскочил внезапно. Я машинально. И легко теперь тебе? Все, старлей, навоевались. О мирной жизни надо думать, о мирной. Ну ладно, пойду-ка я. Эти волосы взял я лжи. Если хочешь, на палец свяжи. Мужики, гляньте, что нашел. И пластины есть. Настоящий. Ты фотографировать-то хоть умеешь, фотограф? А то. Я ж до войны в Дом пионеров в фотокружок ходил. Ну-ну. Ага. Айда фотографироваться. Давай, подожди. Давай, сюда. Своей Женечке Плюшкиной пошлем. Пускай узнает, кто из нас ерошник. Точно. Силай правей. Данил, чувств поправь. Что за ржач без повода? Товарищ старший лейтенант, давайте на память сфотографируемся, а? Для Плюшкиной? Ну да. А сам-то успеешь? Да я мигом. Ну, если только для Плюшкиной. Командиру! Внимание! Так. Баламут, а птичка вылетит? Ну, не знаю, как птичка, оказывается, я туда уже зарядил. Лисхен, бабушка, тебе плохо? Я сейчас дам лекарство. Я тебе кое-что хочу сказать. Об этом не знают ни Биргит, ни Анна. Это знали только мужчины. Бабушка, подожди, я дам тебе капли. Нет. Выслушай меня. Это твой дом.
посмотреть, что там написано. Волков? Волков? Я здесь. Ну что тут? Убирайтесь или смерть. Чего? Убирайтесь или смерть. А что произошло? Кто-то стрелял в меня из арбалета. Чего? Чего-чего? Вот точно такие стрелы висят в гостиной на стене. Подежурь пока здесь. Арбалет не видел? Да сдался он мне, у меня вон. На минуту отошел. Ни батареи, ни наушников. Автомат пропал. Какой автомат? Ну того, пацана, немца. Что у вас? Во! Слышь, старлей, чертовщина какая-то. Кто нас варил кашу? Я. Зи? Вы? Вас махин зихия. Что вы здесь делаете? Разве это не мой дом? Дох. Конечно, ваш. У вас отличная библиотека. Вы что, и читать умеете? Еще как. Я книги просто глотаю. Здорово. Переводы Гомера. Мои родители тоже переводили Илиаду. Даже назвали меня Гектором. Позвольте представиться. Гектор Леонидович Волков. А можно просто? Гек. У нас тоже была хорошая библиотека в Ленинграде. И здесь было все по-другому, не как в могиле. Ничего, все когда-нибудь наладится. Обязательно. Скоро наступит мир. Нет, не наладится. Никогда. Почему? Потому что вы победили. Попробуй. Зачем? Ну попробуй, попробуй. Сплошной песок. Но я недавно пробовал. Было все нормально. Да. Песок, конечно, лучше, чем крысиный яд. Чертовщина какая-то. Где вода? Чертовщина, говоришь? Волков. Пойдем-ка со мной поговорим кое с кем. А что тут написано? Приятного аппетита.
доме еще кто-то есть? Ist jemand im Haus? Nein, natürlich nicht. Freilich ja. Lieselotte. Gespenster. Призраки. Серьезно? Nein, nein. Нет, нет, не слушайте ее. Лизелотте, что ты говоришь? Wir waren die ganze Zeit hier. Es ist niemand im Haus. Meine Mutter fühlt sich. В доме никого больше нет. Сами они все время были здесь. Ее мать заболела. Она спрашивает, мы можем вызвать врача? Нет. Скажи им, что они больше не должны покидать это крыло дома. Es gibt keine Verbindung. Bleiben Sie hier bitte. Verlassen Sie dieses Haus nicht mehr. Да, да, хорошо. Бабушка, но это же наш дом, слышишь? Что вы делаете? К призракам это тоже относится. Что ж, с выходом русских в район Праги возможности отхода на запад и юго-запад будут окончательно отрезаны. Что у нас? Советские войска стремительно обошли горный массив с двух сторон, но кольцо пока не сомкнулось. Небольшая группа русских солдат численностью 7 человек расположилась в лесной усадьбе. Их намерения пока не ясны. Фамильной усадьбе Штраубергов? Так точно, господин полковник. Пока все тихо. Мы ведем наблюдение. Пригласите ко мне Штрауберга. Есть. Штрауберг. Инженера Штрауберга срочно к полковнику. Разрешите, господин полковник. Проходите, Гюнтер. Сесть не предлагаю, дело срочное. Сегодня ночью будем эвакуировать объект самостоятельно. Но, господин полковник, мы не готовы. Мы и так делаем все, что от нас зависит. Честно. Придется постараться, господин инженер. Очень постараться. Господин полковник, а что будет с людьми? Думаете лучше о технике, господин инженер? А о людях позаботимся мы. Зачем это сделала? Ты зачем батареи сожгла? Как тебе это в голову вообще могло прийти? Я последний раз спрашиваю, ты куда дела оружие? Волков! Войзды машинен пистоле ундербоген. Вот отхлестать бы тебя как следует по заднице ремнем. Можете переводить. Пропустите меня! Пропустите! Что здесь происходит? Так, старшина, в чем дело? Ну, не смог ее удержать! Я ничего не скажу, ничего. Тихо! Ну-ка, заприте ее в подвале, пусть остынет! Нет, нет, пожалуйста, оставьте ее в покое. Она же ребенок, она не знает, что творит. Куда вы ее ведете? Не надо, нет. Подождите, подождите, стойте. Куда вы ее ведете?
Что вы хотите с ней сделать? Нет, нет, не делайте этого. Да оставьте. Не убивайтесь вы так сильно, мамаша. Немного посидит и выпустим. Ты ж посмотри, что она наделала. Кайны Зорг, не беспокойтесь, с ней ничего не случится. Раньше я надо прошу было воспитывать вас. Своего дитя. Раньше. Оставьте ее в покое. Что случилось? Похоже, мы заблудились. Ничего не понимаю. На развилке, что ли, не туда свернули? Конечно, не туда. Тут вообще дороги нет. Тут. Товарищ полковник! Лизелотта. Лизелотта. Я вас понимаю. Но то, что вы делаете, бессмысленно. Ненависть – это тупик. Я тоже потерял близких. Поэтому мне и вам тоже придется как-то жить с этим дальше. Лизелотта. Иди отдыхай, Гек. Товарищ командир, да. Дальше дороги нет. Вокруг лес и ничего не видно. Тимаков! Я! Ночуем здесь, свободно. Есть. Организуйте ночлег, посты. Да, и пусть радист свяжется с группой Максимова. Передаст, что будем только завтра утром. Он уже пробовал связаться. Ну? Никто не отвечает. Странный звук и свет. Где? Там, в лесу. Так, выдели мне двух бойцов. Есть. Сергеев. Я. Федоров. Я. С полковником. Оставайтесь здесь. Только тихо. Быстрее. Я. Ко мне. Есть. Превосходная работа. Блестяще. Так, 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 только тихо, тихо.
Господин полковник, вражеское проникновение в северный сектор. Черт побери. Венцель, я не понимаю, в чем дело. Охрана, внимание! Первая рота, прочесать лес. Вторая рота, усилить охрану. Уничтожить противника в зоне проникновения. Вперед! Поторапливайтесь. Аппарат уже в воздухе. Никто из проникших в закрытую зону не должен уйти. Объявить код тревоги красный. Третья рота. Отцепить взлетное поле. Где Штраубер? Найдите его. Есть. Инженера Штрауберга срочно ко мне. Внимание, внимание! Противник в северном секторе. Код тревоги красный. Вот он. Стоять. Отбуксируйте аппарат в ангар. К утру здесь не должно остаться никаких следов. Господин полковник, у аппарата повреждена колесная опора. Сейчас мы не можем оттащить его в ангар. Потребуется какое-то время. Черт побери. Тогда делайте это быстрее. Есть. Проклятие. Разворачиваем сеть. Аппарат должен быть хорошо замаскирован. Крепите сетку. Через час все должно быть готово.
У нас нет времени, ремонтники сейчас уже прибудут. Вперед, поторапливайтесь. Господин лейтенант, здесь офицер. Живой, но без сознания. Обыскать и забрать с собой. Посмотрите, что я нашел у него в кармане. Бог ты мой, откуда это у него? Взять его. Есть. Я так за нее боюсь, Анна.
Господи, помоги нам. Там так холодно в этом подвале. Я что-нибудь придумаю. Куда? Я только отдам, и все. Нет, не положено. А что положено? Чтобы девочка простудилась в холодном подвале? Не пойми, нельзя. Пожалуйста. Нельзя быть таким злым. Но не обижайся. Правда нельзя. Она под арестом. Максюта. Просим. Пожалуйста. Долго. Где ты там? Анна! А?
Анна! Лизелота! Труды. Эй! Вы где? Подними руки! Хэнде хох! Это ты подними руки. Отойди от него. Лизелота, спокойно. Опусти автомат. Анна! Анна! Анна, Анна, помоги нам! Свои. Доброе утро. Товарищ старший лейтенант! Что? Полковник приехал? Максюта пропал. И девчонки нету. Как пропал? Куда пропал? Вина за провал операции целиком на вашей совести. Вы руководите внешним наблюдением. Я не оправдываюсь, господин полковник, но этот передовой отряд русских явился неожиданно. Это оказалось для нас непредвиденным обстоятельством. Еще раньше мы тщательно обследовали всю местность. А Штрауберг? Штрауберг тоже из разряда непредвиденных обстоятельств. Бросить нас в такой момент... Подлый предатель. Я найду его, клянусь. Я очень на это надеюсь. Кольцо сжимается. Нас выслеживают. Хотят взять за горло. Но они никого не получат. Они не получат ничего. Думаю, вы знаете, что делать в случае очередных непредвиденных обстоятельств. Так точно, господин полковник.
где ваша дочь? Биргит, войст ира тохтер. Зист фершфунден. Что значит, Лизелота исчезла? Вы же ее сами посадили в подвал. Бог мой, Анна тоже не вернулась. Она удивлена не меньше, чем мы. Она говорит, что Анна тоже пропала. Что мне делать? Маме опять стало плохо. Я не могу отойти от нее. Она ничего не знает. Так из этой комнаты никуда не выходить, понятно? Им цимр, бляйба. Из комнаты Штанна? Никуда не выходить. Куда вы дели мою дочь? Че? Данилыч, я знаешь, что подумал? Может, они в бочке, а? Как это? Ну, помнишь, Гек нам рассказывал про коня Троянского? Конь такой был, деревянный, здоровый, как бочка. Ну, я и подумал. Че? Так там целый вооруженный отряд засел. Вот ты человек. Данилыч! Похоже, что-то случилось. Вчера мы тут были, а этого не было. Похоже, кто-то что-то тащил. Сюда. А двери-то нету? Могли же они сквозь стены пройти. Задачка. Чертовщина какая-то. Ладно, пойдем еще посмотрим. Не нравится мне это. Говорю, разобрать ее надо. Ну что там у вас? Ну что, весь дом перерыли. Кроме следов в подвале ничего нет. Что делать? И полковника нет. Без связи, как без рук. Надо искать. Товарищ командир, у них там в подвале стена. Утварь там всякая, полки. Я ему говорю, разобрать ее надо. Вот чувствую, за ней что-то есть. Вот человек. Вполне возможно. Усадьба старая. В таких домах строили потайные ходы. Да нет, погодите вы, какие ходы? Надо еще раз внимательно все осмотреть. Силантьев, берешь Юлая? Осмотрите прилегающий лес. Есть. Данилыч, Ерошкин, еще раз осмотрите все коридоры, углы и стену эту, только подробно. Да что ж смотреть, разобрать их надо и все. Значит, насколько я понимаю, гостиная, в которой висел арбалет, находится над подвалом, правильно? Угу. А над ней библиотека. К тому же девчонка там постоянно крутилась. Если допустить, что комнаты как-то взаимосвязаны, то она могла спокойно перебегать с этажа на этаж. Да. То есть она могла взять арбалет в гостиной и тут же появиться с ним в библиотеке. Значит, надо искать в библиотеке. Тащите ящики со взрывчаткой в центральный сектор. Живее, поторопитесь с разгрузкой. Живей, живей. Это все в шахту. И эти ящики тоже. Осторожнее. Это вам не картошка. Несите аккуратнее.
Катя. Да. Ветка сломана. Видел. Ты лучше сюда иди. Быстрее. Обыскать местность. Вот. Не знаю, куда шел, но, наверное, шел оттуда. Срочно командиру надо доложить. Так давай лучше дальше пройдем, может, еще чего увидим. Ладно. Ну, отсюда разве что выход на крышу. Да. Если мы не ошибаемся, то где-то должна быть потайная дверь. Вполне возможно. Раньше строители умели создавать иллюзию, что стены гораздо тоньше, чем есть на самом деле. Умели, говоришь? Тогда ищем. Вы знаете Гюнтера Штрауберга? Я повторяю вопрос. Вы знаете Гюнтера Штрауберга? Незачем делать вид, что вы не понимаете по-немецки. Вы его знаете? Откуда у вас эта фотография? Дождемся, когда вернется Венцель. Ну что, там есть что-нибудь? Нет. Thank you.
Не с места. Зензируй, бить. Пожалуйста, спокойно, Лизелотте. Не с места. Опусти автомат, Лизелотте. Я хочу сдаться. Schneller, schneller! Auf den Hut sein, los! Говорила тебе, нечего там сидеть. Только время зря потеряли. Твоему дяде нужен врач. Ты видишь здесь врача? Я бы что-нибудь придумала. Что? Теперь они его заберут. Это ты во всем виновата. Понимаешь? Спроси, как он попал в дом. Wie ist er ins Haus geraten? Im Stall hinter den Regalen gibt's eine geheime Tür zum Wald. Von hier aus und aus dem Keller kann man in die Bibliothek und in die Küche gelangen. Verräter. Через хлев. Там есть потайная дверь, скрытая полками. Оттуда можно пройти прямо к лесу. Из подвала можно попасть в библиотеку и на кухню. Лизелотте. Günther. Günther. Спроси, он может говорить? Können Sie sprechen? Ну что у тебя? Пусто. Да и у меня ничего. Мы идем! Да иди! Да иди! Нашим Савчи! Я без тебя не уйду! Да что ты, дурак! Вместе туда останемся, понимаешь? Уходи! Хорошо, хорошо! Хорошо, Юлай! Хорошо, я туда и обратно! Я только к нашим! Туда и обратно! Ты только продержись, ладно? Да иди! Только продержись! Что ли бросать? Ножом.
Ничего не буду сменять, все. Наверху, на лестнице! Жми вперед, мы должны заткнуть эти минометы! Ну да. Первый миномет на окоп впереди! Виллер, разберись с ними! Разберусь. Да, точно! Ну, побольше. Хватай мину и бросай ее! Хватаю. Откуда был выстрел? Так, сейчас я в дедом целюсь. Еще дом жив, смотрите-ка. Хорошо. Вот это, что вот это ба. Кассимина. Что больше? Что нету больше мин? Еще мина. Побить. Вау! Да это да. Короче. О. Ну хотя бы побольше. Стало-то. Ну-ка, сколько еще будет? Вперед, мы должны заткнуть эти минометы! О, нормально. Куча патронов. Ой, да... Попал корабль в овца! Обойтись фланга! Убирайте мины! Все, хватаю. Где гранаты? Беру. Сначала вот сюда вот... Ба! Сердце подорвало. Потом вот сюда... Да как она сюда-то летит? Не понял. Наверху, на лестнице! Вперед, мы должны заткнуть эти минометы! Ну да, все, иду. Чего еще не перед... Обойдись фланга! Не отставать! Хватай мину и бросай ее! Дальше. Враг приближается! Во. Как еще до сих пор жил? Ну, сейчас бахнет. Так, а кто-то мне туда забросить? Вовнутрь. Алло. Как раз в дырку. Первый готов. Идем к следующему. Сейчас буду завести. Сейчас будет такой сильный. Сейчас будет вообще бах. Дом жив. Нормально. Ну я сейчас у... Тихо. Так, потише будем сейчас ее ввести. Сейчас бахнет. Вот это да! Ой, рука. Ты думаешь, я тебя не увижу? Ноги оторвала. Гранат. Тут ногу, да. Руку. Рука лежит, то есть нога. Сейчас бахнем. Сейчас еще в дом бахну. Прямо в дом. Тут залетит туда мина.
Кущу еще подорвал вот так вот дом. На всякий случай еще одну возьму. Мину взял. Хорошо. Ну теперь-то. Теперь мину возьму. Бомбу вот такой вот. Все. Почему нету-то ее? Значит, менять нельзя. Взял мину, значит взял. Все. Есть у меня мина. Бежать даже с ней могу. Ну. Сейчас я подорву дом. Так. Давай. Не думаю, смотрите, как дома вообще ничего не осталось. Еще мину возьму. Есть еще где-то. Ага. Нашли. Нашлась. Ой, все, снова набрать. И я менять на ружье, помню. Ну, застрял. Хорошо, хорошо, сейчас зачищу. Идем так бочком, что ли. Вот это бахнуло. Все умерли, никто не жив. Ну все, ой, я уже тут начинаю, смотрите-ка. Во втором окопе чисто. Еще два минометных окопа. У нас еще один пулемет на левом фланге. Нет, я пока. Ой, да как убило-то? Че меня убило-то, а? Ой, тут это так. Давай бахай дом. Вот это нормально. Так, убрали этого немецкого. Так. Все, сейчас я. Вот даже тут есть. Ну все. Так. А что тут надо сделать мне? А. Как ты долго стреляешь? Ой, чуть не бахнул меня. А ты как ты жив? Сейчас берем мину. Сейчас подорвем что-нибудь, не знаю. Там что-то опять надо. Тут что? Ну все. Ну да, все понятно. Сейчас. Так. Бахнет. Как она убила-то? Ну зато бы прорвала. Нет, ничего не прорвала. Все, берем. Эту берем. Сами. Все. Ну как попасть в дом? Как в дом-то мне попасть? Окей, мы почти там. Самолеты уже в пути, они помогут нам. Хорошо, они здесь все к чертям разнесут. Пушки на макушке обходят с фланга по обеим сторонам. Сейчас будем бахать здание.
Вот это бахнуло. Дом-то. Дом жив. Ящик с гранатами тут есть? Где-нибудь, пожалуйста, недалеко. Пусть... Фух, чуть меня не подорвало. Хорошо, что не сильно было. Опа! Так, ничего, нормально все. Так, где тут мне ящик гранатами найти? С этими, ну, пойду возьму. Недалеко тут где-то должен быть. Так. Тихо, ребята! Тихо. Так, ребят, я, короче, взял гранату. То есть мину или как там ее. Да пусть, короче, будет граната. И что я хочу? Дом бахнуть. Дом там не надо, так я еще поищу, чтобы сюда, короче, прибежать обратно, и тут тебе на гранаты. Нет, туда да ну. Нет, я в этих стрелять-то. Сидит. Пусть идет. Опа. Сама убила. Что-то мне. Сейчас в дом целимся. Да как она? А, так она чего-то, когда задевается, она всегда будет бахать у меня. Понятно. Самолеты уже в пути, они помогут нам. Хорошо, они здесь все к чертям разнесут. Пушки на макушке обходят с фланга по обеим сторонам. Чего-чего? Какие ушки? Какие ушки? Мне сейчас не уши, не до ушек. Да-да. Сейчас гранату бросят. Мне надо как-то... Что делать-то? Ребят, как не взрывать-то? Короче, через все. Бежим, да подрываю. Да ну, как она убила-то меня? Да ну ты подрывала. Ладно, значит, мне сначала их убить надо. Все понятно, убей врагов. Пушки на матушке обходят с фланга по обеим сторонам. Зачистить каждый угол в этом дворике. Нет кого-то, дяди. Да как он убил-то меня? Он с первого раза взял да убил. Не может быть такого так, что быстро-то так. Если мне если так, то мне дом надо подрывать. Сейчас попробую дом подрывать. Так, значит, короче, мне нужно подрывать дом, только как, я не знаю. Вот бы мне сейчас сюда куда-нибудь залезть. Как? Ой, опять убил. Что делать-то мне? Ничего не делать, что ли? Пути, они помогут нам. Хорошо, они здесь все к чертям разнесут. Пушки на макушке обходят с фланга по обеим сторонам. Что не делать-то? Зачистить каждый угол в этом дворике. Разделитесь и разберитесь с ними. Попадали! Иду. Там хорошо. Что буду еще бегать брать? Не бегать придется, ребят. Тут-то не должно ведь вроде бы быть. Не хотят, а? Тут гранаты заставляют бегать меня. Ой, какие. Я вообще бегать не должен. Так. Вот. Чего? Кто это?
почему ты не бежишь-то почти? Ну давай, 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 давай. Теперь это полегче будет, потому что у некоторых многих уже. Я хочу подорвать дом. Ну если я это же делаю. Стрей, 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 стрей. Бам! Давай! Ну чё? Бо. Фу, показалось, вот чуть не убил. Ну, хотя бы чуть-чуть бахнуло что-нибудь. Зато их там убирает, короче, их. Их убирает оттуда. Так. Да. Свои живые. Смотрю. Там еще кто-то показывает есть. Готов. Так, я патроны хочу, то есть эти как его взять? О, хочу гранату эту взять. Всего бежим обратно. Ну давай же, беги. Что-то у меня будет. Сейчас может бахнул дом. На подходе японские войска! Разбили! Граната! А! О, да как? Самолеты уже в пути, они помогут нам! Хорошо! Они здесь все к чертям разнесут! Пушки на макушке обходят с фланга по обеим сторонам. Зачистить каждый угол в этом дворике. Разделитесь и разберитесь с ними. Как скажешь. Ну, теперь сейчас буду по дорогу, буду бегать. Хорошо, что тут гранат придумали, как мины эти. Там еще снизу. Ну что, не успел, да, ничего сделать. Так, где? Все. Сейчас еще рвану там. Ой, пехота, пехота. Да получите вы. Вот это взрыв. Самолеты уже в пути, они помогут нам. Хорошо, они здесь все к чертям разнесут. Пушки на макушке обходят с фланга по обеим сторонам. Ну, не знаю, подальше встану. То мало ли что. Вы видите, рыбы шмяксы. Пусть бахнет. Что, жив? Все. Сейчас я вам дам. Нетки. А может тут они эти есть гранаты. Я бы сейчас вот так близко подошел бы. Нет, я должен. Вот ты что тут делал? Что надел? Тут еще кто-то. Тут должна быть. Где-то эти бомбы. Ну, где бомбы-то эти? Чтоб мне подорвать дом. Да, мне его подорвать надо. Передавай!
все. Все, пойду-ка я. Подорвать дом хочу. Там вроде бы сказано ведь подорвать. Не то, что подорвать, а... Короче, ребят, все сидите, я сейчас скоро приду. Я тут сбегаю. Там еще два сидят, наплевать. Пусть сидят. Так, где ты? Ой, что там мне? Вот. Берем. Бежим. Я хочу дом. Видите, что я почти всех уничтожу тут, так я могу подойти теперь. Вот к этому дому. Могу подойти. Нормально, вот так, максимально почти близко. Ребята! Вы чё уселись-то? Вы не понимаете, что сейчас будет взрыв дома? Пусть его ловит. Пусть не бьет только. Не помогает. Видите-ка, не хочу помогать. Сюда! Сержант, тяни. Целься. Огонь! Миллер, тому пулемету! Зачистить район! Ну да. Вражеская пехота! Все. Вот как это делается. Врача! Врача. Кому тут врача-то? Это вот им на врача. Что, жив? Умри. То что есть? Пусто? Что это? Вниз! Туннели! Какой? Только нам тут, ребята, туннели. Огонь по этим бочкам! Да. Все. Я. Все. Ну-ка ты. Они над нами! Ничего. Я посильнее буду их. Все эти патронов мало. Так. Вот да. Ой, как мало-то. Что делать? О. Что-то есть у кого? Всё. Немало патронов, да. Это тоже, наверное, такой же. О, еще больше. Еще больше патронов. Тут что делать?
Идите все наверх. Есть, капитан! Сержант! Мы засекли их передвижение! Прекратить огонь! Кусы! Чего-чего? Полонский, обыщи его! На землю! Живо! Руки вверх! Дерьмо! Миллер! Они прибыли! Чёртов сукин сын! Лежать! Райбок! Ага. Нет. Они убили сержанта! Держать оборону! Вы, сукины дети! Ублюдки убили его! Да. Ну пусть убьют. Чего? Что-то было? Это кто-то орал? Нет, тогда больше. Сейчас снова. Ну-ка. Сержант! Мы засекли их передвижение! Полонский, обыщи его! На землю! Живо! Руки вверх! Дерьмо! Миллер! Ой, да, тут, конечно, быстрее надо делать это. Ну да, идем. Да, но я хочу огонь здесь, подожди, мы по ним заделать. Сержант, мы засекли их передвижение. Прекратить огонь. Все. Полонский, обыщи его. На землю, живо! Руки вверх. Дерьмо. А мне уже можно их бить. Ну понятно. Сейчас я их убью. Все, сейчас я их убью быстро. Они не убьют никого тут. Сержант, мы засекли их передвижение. Прекратить огонь. Полонский, обыщи его. Сейчас его. Руки вверх. Дерьмо. Давай. Я выжил. Полонский убит. Эти звери убили его. Зверьё. А если... Ну теперь ты чё, как притворяться вам? Давай, все, убили. Привет. Чё? Семьдесят мало. О. Убьют. Убил. Да кто там стреляет-то так? Кому понравилось мнение, ставьте много-много лайков, подписывайтесь на мой канал Геймс ТВ. С вами был Миша. Всем пока-пока!